Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Александр, и я хочу вам рассказать стульчики для ребенка от компании 4Moms. Он называется High Chair. Не зря говорят, все гениальное просто. Вот в этой компании одни, не одни из первых, а первыми догадались использовать магнит в стульчиках для кормления, в детских стульчиках для кормления. И я вам сейчас покажу, что именно здесь с магнитом используется. Так, в двух словах сначала о технических характеристиках вам расскажу. Стульчик предназначен для детей с 6 месяцев до 27 килограмм. Там уже сколько ему будет, я не знаю. Приблизительно вот 3 годика, 4, может быть, где-то так. Вот. Что здесь интересного в этом стульчике? Ну, начнем с того, что это 4Moms, это американская компания. Можно сказать, это премиум-сегмент, делает очень качественный продукт. Поэтому здесь вопросов вообще никаких нет. Давайте изучим стульчик поподробнее, и вы все поймете, чем стульчик интересный. Так, начнем с самого главного. Сразу же покажу вам, что здесь используется магнитного. Здесь столики, здесь внедрены магниты, которые помогают избавиться при установке. Знаете, на других стульчиках вы пытаетесь поймать там пазлы, куда-то его всунуть. Здесь вообще нет таких проблем, вы просто берете... Все, стульчик, столик встал. Здесь также есть еще одна часть. Кстати, вот здесь они пишут, что Magnetic Magic система здесь, скажем так, используется. Кстати, спокойно берете и моете в посудомоечной машине. Здесь можно это делать. Если вы будете использовать посуду от компании 4Moms, они отдельно продаются, эти наборы. В комплектацию входит один контейнер, но отдельно можете купить целый набор полностью, который удовлетворит ваши требования. И будете использовать его. Что мы здесь благодаря этому имеем? Вот, видите? Она не падает. Вы можете перевернуть. И посуда не улетит, поэтому не будете вы по кухне собирать всю еду, когда ребенок все это скинет. Вот, в этом плане все здорово. Вот видите, какая элементарная установка. Это, по-моему, достижение, можно сказать. Также это столик. Нажимая кнопки по бокам, есть возможность регулировать по глубине, соответственно. Нужно больше. Нажали, отпустили. Здесь буквально несколько сантиметров высвобождается таким образом. Вот. Что касается посадки ребенка. Давайте уберу сторонку. Посадка здесь обычная. Она не меняется. Угол наклона здесь не меняется вообще. Вот. Ребенок постоянно сидит. Что касается безопасности, используются пятиточные ремни. Это стандартно, в принципе. Также вот перегородочка, если не пристегнули, она не даст ребенку проскользнуть снизу. Тоже здорово. Что интересно в этом стульчике? Он очень практичный. Здесь нету каких-то щелей, куда особо вот можете забиться еда. Он очень легко чистится. Просто тряпкой здесь все прочищаете. Здесь практически нигде нет зазоров, поэтому вот еда попасть никуда не может. Просто все стряхнули, мокрой тряпкой почистили, и все. Вот, в этом плане очень здорово. Вкладыш здесь, он такой, знаете, можно сказать, не знаю, с пениной резиной или что, я вот не знаю, но такой очень мягкий. Это не кожзам, ничего, но вот такое, что-то такое резиновое. Вот, поэтому и чистится все это легко. Также вы можете регулировать его по высоте. Здесь сзади есть две кнопки, нажимаем, вот, опускаем, соответственно, поднимаем. Вот, и все. Так, также есть две подножки. Когда ребенок подрастет немножечко, он здесь сможет сам спокойно взбираться. Тоже очень удобно. Они, кстати, тоже прорезиненные, чтобы ребенок не подскользнулся, когда залазит, широкие. Стульчик этот очень устойчивый. У него длинная платформа получается.
четыре ножки, и она не шатается никаким образом. Для переноски можете использовать вот здесь вот, сзади есть ручка. Так, по качеству я уже вам говорил, претензий у меня нет. И вот из минусов бы я отметил все-таки то, что не наклоняется. Вот это вот, не знаю, мне кажется, что ребенок поел, там что-то как-то, раз уснул, положили. Но это стульчик не для этого, просто для кормления. Это не универсальные вещи, бывают такие с колыбелью вместе. Уснул, положили, спит. Здесь просто стульчик. Ну, что есть, то есть. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать вам про этот стульчик, рассказал. Подытожу. То, что они используют вот эту систему с магнитом, с их фирменной посудой, это очень здорово. Из опыта вам скажу, частенько посуда улетает. Здесь нет такой проблемы абсолютно. Купили набор дополнительно. Единственное, вот он отдельно продается, да, это нужно будет еще на это потратиться немножко. Вот, ссылку я кину в описании на набор тоже. Вот, и полные характеристики тоже добавлю в описание. Вот, на мой взгляд, вот эта затея очень интересная. Как бы мелочь, ну, полезно. И то, что вы спокойно это все снимаете, ставите, не мучаясь, не целясь, там, чего, куда вставлять. Вот, в этом плане тоже здорово. И качество мне тоже очень понравилось. Вот, ну, собственно, выбирать, как всегда, вам. Поэтому приглядитесь, посмотрите, придите в шоу-рум, пощупайте, потрогайте. Как вариант, я бы его тоже рассмотрел для своего ребенка. Необычно, интересно, удобно и, самое главное, качественно. Вот. Это, в принципе, все. И если вам было полезно это видео, интересно, как-то поможет это вам выбрать стульчик для ребенка, ставьте, пожалуйста, этому видео лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам, собственно, хорошего выбора.